Семена черного саксаула собирают участники акции «Таза Казахстан» в Балхашском районе Алматинской области. В этом сезоне сотрудники лесхоза планируют посадить кустарник на 6000 гектаров. В 2015 году в Казахстане запретили вырубку саксаула. По словам главного инженера Баканасского лесного хозяйства Зияды Сариевой, с тех пор заросли саксаула стало значительно больше. Искусственное культивирование этого кустарника имеет большое значение для улучшения экологии. Корни одного растения могут удерживать до 4 тонн песка. Мы уже приступили к посадке саженцев на вспаханные земли. На данный момент успели озеленить 440 гектаров земли. Планируем заготовить более 30,5 тысяч килограммов семян. Успели собрать 18 тысяч килограмм. Высадка саксаула предотвращает эрозию земли, повышает ее плодородность.